Ну, вытри и пустынку пусть. Да. Tak sem se grila, tak zaspala, jak bi bil rekel. Hej, to nekaj vži. Zato je kao vži treba mahnu, tam tako. No jo, kar je včera, hej, se on je kod me tam bolj nejo, bolj nejo, bolj nejo, bolj nejo. Hej, to bi z njavo tam sedili, no, da ne sem ne bila to z njavo. Tak što mama prišla, da smo vsem čas po cilek prišla mama, ta okoli vidja me žena mi ditinu, ta on je hiknula. Kaj, da je vajta tu se na njo skače, ja u predupredila, što kladu ditinu, ono zaspali. Mama pak tiho ditinu vzjala, я рано встала, если дитину не... Я так тут суду. Я вас его смотрю. Может, здесь вас не дали кучи. Кажи, я хочу на студене. А то вчера дождь пошел, так кстати, мне там было холодно было. Я сама чула, что сюда дождь встала. А ну, а чего? Потому что... Она жендре, то такие, как жилетка. Я то, а прень. Какие, да? Вы тесны. Не тесны, мы и меч. Ручка дворики? Ну, а ей то тогда ей тиснуть. Нехай выпуск. Я знаю, как лучше... Як коя куча? Чекай, ти ще не вже. Чекай, я зняти навіть. Дивіть, яка річна. То знімаєш? Ну. На мою праву, та я це так обернула задом. Ну, то що? Так і покладіть. Подивніть, у вас знімає скільки є камера. Ще дівочку маю. Прокладайте. Ну, так. Ти би хоч трубу предупредив. Яка довга? Ні, у руку. Груба, як отець буде. А дивіться. А ну, дівчатка, ця дитина не дивила взад за нами. Боже мой. Все тільки файно. Бо знімають, дівочко, нянько, знімають тебе. Маленькі такі. Таке малюсь. Чілянинка мала. Ну, п'ять чекає. Щекає? Ну, і поносити. На, де, хочко. Бабка, дойка. На, ти. Ну, бабці. Дайте, бабці, дайте. Власне, покручує. Я не смішно, так дайте. Не розгуляйшо. На камі. Ти піде, побоїш, ми зболі на ручку. Боїться? Там буречка маленька. Кутінка мала. Мала кутінка, точно. Скільки розмітимо, то сесе. Ну, то що? Найміняє. Та он там не знімає. Ну, не хочете ім'я. Вже нас найміняє. Скручок маленький. Ой, кази базі, мої базі. Кулька тої народа. Всякого народа, хоче пиши не знати. А як, піаністка мала, та й стоумі. Так і ні, ну, таке файне, добре, що. А що, ви ж накрасити і все? Балерина Нася, паляніка. Що? Туди сяди, ві, туди. Ну? А тут ти ще на бабку дивиш, ти ще на бабку дивиш, ти ще на нянька диви. Ну і що? Хик, та хик, хик, та хик. На, голодне, їсти просто. Так, кажи, ой, діде, дайте ми пробуй, кажи вже. А ну найкладись, я хочу їсти. Вона лікарка, Настя, це що, хто пішла? Це саме задіго. Так, дитко. Що, вона навіть ще та як хлопчик. Може, хто смекта тут? Жиє ж такою. Вона тут помежені скажу, що задирає. Хочете. Ти, мамку, дай їсти. Компресики. Ми так взираємо в ці какеру та шо. Шочиніть. Слабо. Та вон мене не тут. Ви ж голос чути. Чути голос, чути голос. Кажи щось нам. Кажи, чекайте, бабко, буду. Кажи, щось. Там гикати.
чекає солодка. Давай, що ти заїдає, то то. Ні, батько, ми всі мали мої собою. Я хочу вас перестати на твій кусі. Мамі бабка і каже в колосочку. Класти її в колосочку. Мамі дай ще неї. Цусик. Не. А так треба дуже голову держати, бо так знає, вперед і нагнути. А де наша? Я її туди заповідати, бо я не було. Присяли на збирання, яка до копера з коляски, до того, що я ще їздить. Я не знімаю мало його, я думаю, каже, вона ксила жили на тиждень, це жили дичі. Кажу, через місяць прийде, йой, та де він через місяць? А як? Я все замутую? Як це дивиться? Що там? Гарний. Куди? Сюди стоїмо, і так, оружие. Ваш стоїть, так. Не, ще не очка. Коли мала, я стаю голову без помади. Так все у нас у цій кімнаті приспаде. Ти були сватанки, ти були прощі. Ти Кристиня. Дитина. Ти все. Спеціально прийомна, дожираєш прийомна. Вона і простара, вона і є місце. Маленька така дівочка. Вже мала там вся вилукала. Це так ще. Жидана, думаю, що заведли п'ящі. Жидана, голос на бубку. Жидана, Жидана. Ну все, каже, сплати, сплати, що вообще. Міші, іди там встань, коло дивана, коло дитинки. Ти ж помаленький, очками не кила. Який буде братчик, танкер. Та щасливі, здорові. Ось ми пшита вже вона здавалося, капала. Я сіла, як на базарі бала. Випадки. Та я предупреждати, а ну файно, все немає на мене. Що там викорали? Що? Женяню. Женяню. Геде я. Пітятко жовте. Ще до того, ще васа та коли до неї купати. Ну йди до мами. Мені не буде менше мені не купати. Де мамціна? Що, отсюди десь там лежить? Опа. Такий румагер кожний день. Пару сміттю треба подряти. Юмуля маланя. Це куплене її відповідь. Майже мені. Катя, и очень скоро вы все эти комитеты просто прикончите, потому что они против вас. Ну что ж, пока мы перевариваем эту информацию, у нас есть пауза в 5 минут, и дальше мы продолжим знакомиться с особым мнением Сергея Доренко. Вы хотите, чтобы я поговорил о моральной деградации моей страны, что ли? Ну, кажется, нет. Моей страны. Китай вы имеете в виду? Нет, России. Ну что вы, я из Китая. Я как раз вырос в детстве. Нет, я совершенно серьезно спрашиваю, важно ли следить за личной жизнью чиновника? Имеет ли он любовниц? Там, так важно, ну, конечно, важно. Почему важно? Почему важно, что врет? Если врет, здесь врет, здесь не врет. Еще раз. Здесь врет, там все. Ложь.
просто качество человека. Человек, который лжет, солгавший однажды, солжет дважды. Солгавший дважды, солжет трижды. Если человек лжет, то он уже лжет. Понимаете? Если вы будете наблюдать, лжет ли он на жене, жене, то он может изменять по совершенно другой причине. По какой поэтому... причине? Но мы не знаем их личных обстоятельств. Какие обстоятельства, когда разведись? Ну, что за обстоятельства? Нет, все очень просто. Солгавший однажды, солжет и дважды. Это очень понятно. Что тут еще рассуждать? И вы знаете, что человек лгун, в принципе лгун, ну ждите, когда он вас обманет. Стану обманет, присягу обманет, еще что-нибудь обманет. Чем это нужно? Что нельзя найти нормальный человек? Не знаю, можно ли найти. Ведь вот опять же спрашивают ваши наши слушатели в интернете. Я знаю честных людей, очень честных, высоко моральных, которые женились до 7 раз. Каждый раз, как им хотелось, так сказать, совершить легкий весенний адюльтер, они немедленно женились. Вот, понимаете, вот такая тоже ситуация. Но вы вот, кстати, сказали, вы это серьезно ответите на свой же вопрос по поводу, что неужели в России нет достойных людей. Я, к сожалению, не могу найти, кто прислал нам этот вопрос на интернет. Ну, вот мы обсуждали кандидатов в президенты, и там вас спрашивали. А когда спрашиваешь противников Путина, а вот кого ты хочешь видеть следующим президентом, мы сразу замолкаем. Послушайте, я хочу видеть политический процесс. Я не толкаю людей. Вы поймите, я вообще не сторонник личностей конкретных. Никогда не был сторонником конкретных личностей. Я сторонник процессов. Я хочу видеть национальную дискуссию активную. Вот сейчас мы ее не видим. Вот кого нам выбрать следующим президентом? Послушайте, вы говорите мне опять, как будто я здесь тяну карты или кидаю монеты. Я наблюдатель процессов. И особенно в этой передаче я наблюдатель. И как наблюдатель я говорю вам, мне дороги в России. Я надеюсь, что я это увижу, несмотря на деградацию моей страны, деградацию моральную, нравственную, общественную, всякую иную деградацию, которую я пока наблюдаю. Я должен с надеждой сказать, я хочу видеть общественную дискуссию, открытую абсолютно, которая бы выявляла точки зрения, формулировала бы, позволяла бы вербализовать некие ощущения смутные, таящиеся в людях. Да? Вот это есть предмет, которого я жду и надеюсь. Больше ничего. Если вы хотите, чтобы я показывал на кого-то пальцем, я не имею права как обозреватель на это. Потому что тогда я буду уже ангаже, и я буду как будто сторонник кого-то. Но это я сделаю на партсобрании. У меня 22-го партсобрания, не сегодня. У меня партсобрание 22-го. Сегодня просто. Нет, 22-го партсобрания, я высыпаю на ячейки, я скажу. Но как обозреватель, я говорю, я хочу увидеть процессы, ведущие к осознанному выбору. Я хочу увидеть мой народ вовлеченным в делание истории. Вот и все. Я так предполагаю, что эти вопросы у людей возникают потому, что хочется какой-то практической пользы, хочется для себя понять, а что мне делать? Вот случатся эти ближайшие выборы, и как мне себя вести? Вот, в частности, случатся парламентские выборы. И сегодня вот у нас есть новости, приходят, что Рогозин хочет присоединиться к партии «Патриоты России», Рыжков хочет выдвигаться вместе с СПС. А в то же время обозреватель, который здесь был до вас, Павел Гусев, он говорит, какой смысл вообще смотреть на эти мелкие партии, они все равно в парламент не войдут, и что нам вообще на них время тратить? Может быть, я утрирую, конечно, его слова, но тем не менее смысл такой. Ну, сказать, что все-таки смысл разный здесь, я вижу, если со стороны Рогозина я вижу, он как политик не может не видеть возможности сейчас, в течение 3 месяцев, быть услышанным. Поэтому он ищет возможности примкнуть к партии, в которой, на мой взгляд, насколько я понимаю, вообще никого нет. Просто никого нет, там просто блистательный ноль, такой фармацевтический аптечный ноль. Если Рогозин войдет, то он и будет лицом партии. Да? И он будет, он не надеется попасть в Думу с этой партией, но это было бы абсурдно и наивно, и очень по-детски. Он надеется просто воспользоваться там эфирным временем, газетным временем, чтобы быть услышанным в течение 3 месяца. Этим, наверное, не надо пренебрегать. С точки зрения же Владимира Владимировича Рыжкова, я не стал бы себя компрометировать. Потому что Владимир Рыжков уже имел такую... А у него какой выбор, если его партия У него все время выбор был, но он был в «Наш дом минус Россия». Вот помните, «Наш дом минус Россия», Черномординский. И он там был. И мы, слава богу, это уже не вспоминаем, потому что это как бы, ну там, так сказать, да. Ну, было и было, проехали. Ну вот, но это давно было. А сейчас, если он пойдет в СПС, он себя скомпрометирует, потому что он будет с Немцовым рядом. Ну,
подумайте, ну будьте вы же, давайте с Ксенией Собчак, тогда с Немцовым все вместе, ну еще бы Володя Рыжков со своими очками, трогательно, значит, трогательно детское лицо этого Володи, значит, давайте тогда вот с Немцовым и Собчак. Я бы сейчас про величие оскорбления в адрес Немцова, Собчак и Рыжков. Что именно, я кого именно оскорбил? Напомните, я просто забыл. Что именно? В чем оскорбление? Пошутили в их адрес, мы не будем... Я не пошутил в их адрес, я просто, я не шутил. Я спрашиваю, что делать независимым депутатом или депутатом? Я не шутил, несколько лет, ни разу, это серьезно очень, правда. Я не шутил, я сказал, что Володя Рыжков совершит ошибку и скомпрометирует себя этим обществом. Что делать депутатам, которые хотят попасть в парламент? Ну, шутка-то, понятно. Может быть, просто у меня отбило как-то юмор, не знаю. В чем шутка-то? Если он себя скомпрометирует этим обществом, то кто он себя как скомпрометирует этим чудовищным обществом? Нет, Павел, все, вы думаете, у него есть другой? Вот Митрофанов справедливо, Россия идет. Туда Рыжкову. Рыжкову туда не надо. Рыжков, судя по его последним выступлениям, несколько лет подряд, человек достойный. И он не должен себя сейчас компрометировать этим чудовищным образом. Достойному человеку не место в парламенте, я правильно? Достойному человеку не место в этой тройке, в которой будет Немцов. Не место. То есть в этом смысле, по-вашему, лучше вообще не идти в парламент? Лучше не идти, чем вы себя, о чем вы говорите? Ну, конечно. Ну, или тогда идти в ночные клубы и сказать, что он вот, принадлежит к этой тройке, там, четверке, пятерке. Ну, зачем смешить людей достойному человеку? Володя Рыжков достойный человек, судя по тому, что я от него слышал последние несколько лет. Он не должен в шапито куда-то записываться теперь из-за этого, что ему надо парламент. Ну что ж, это было особое мнение Сергея Доренко. Программа подошла к концу. С ним сегодня беседовала я, Елена Геворкян. Спасибо вам. Спасибо. И до свидания. Они прикрепляются один к другому, а
образуя так называемую живую лестницу при помощи нескольких крючков, расположенных на контактных лапах. По несколько часов сидят они там, и те, которые наверху, держат на себе бедственные лестницы, которые сформировалась в ботинке, пока наконец, почти через сутки, начинает появляться вот или тонких пластинок на брюшке пчелы. Пчела подносит год к себе коту и начинает обрабатывать и рабатывать его, смешивая с ним и жидкостью. В конечном счете, просто получается сот. Вот этот кусок сотов весит чуть больше 30 грамм, но они символизируют 30 тысяч пчелиных километров при собирании нектара. Более 100 тысяч пчелиных часов ушло на переработку нектара в мёд и воду, и на постройку сотов. Ушло еще добавочно 17 тысяч пчелиных часов. Соты строятся по точным образцу, чтобы как можно экономнее использовать употребляемый на их постройку дорогой материал. Если бы пчеле нужна была одна ячейка, пчеле это был бы идеальный пост. Он подходит к пчеле и имеет максимальную емкость при малой трате материала. Но вот когда ячейки соединить, преимущество исчезает. Тут пустое место между ячейками. И что еще?